Акустические системы «Урал». Ничего лишнего, только звук. Всем привет, меня зовут Андрей. Мы продолжаем серию программ, посвященную автомобильной аудиотехнике под маркой «Урал». Сегодня я вам расскажу о новинке. Это низкочастотный динамик серии Classic AS-C12.2. Вот он перед вами. Его параметры вы увидите на своем экране. Я расскажу об особенностях конструкции, которые эти параметры позволяют получить. Ну, как всегда, начнем с железа. Это штампованная рама, покрашенная в фирменный ураловский цвет. Но за счет необычности конструкции ребер этой рамы, она имеет очень высокую жесткость, что практически полностью исключает крутильный момент. В ней проделаны вентиляционные отверстия, которые позволяют нормально обдувать звуковую катушку. На ней же крепится с каждой стороны по паре подпружинных разъемов, которые допускают подключение кабеля диаметром до 10 гейдж. В ней же крепится магнитная система или мотор, которая состоит из пары кольцевых магнитов из феррита бария диаметром 160 мм каждый и высотой по 20 мм. Они закреплены фланцами хромированными. В нижнем фланце проделано отверстие, которое защищается сеткой и тоже служит для вентиляции звуковой катушки. Подвижная система состоит из диффузора полимерного, также покрашенного в фирменный цвет Урала. В центре наклеен колпак полизащитный с нанесенным на нем ураловским логотипом. И хочу обратить ваше внимание на необычность конструкции подвеса диффузора. Губа U-образная, то есть эта форма достаточно нестандартная, и именно за счет U-образной формы подвеса достигается очень большое смещение подвижной системы. X-Max в обе стороны составляет 32 мм, то есть подвижная система в общей сложности смещается на 32 мм. Катушка здесь применена TSV 2 дюйма. Каждая обмотка по 4 Ома, высота на обмотке 30 мм. Центрирующая шайба из очень прочного материала Nomex, в нее вшиты подводящие провода. Вообще конструкция очень живучая, надежная, при этом остается в бюджетном классе низкочастотных динамиков. Поэтому выбирайте Урал просто, надежно, мощно. Акустические системы «Урал». Ничего лишнего, только звук.